Привет, зрители! Пришла пора разогнать Mitsubishi Pajero Sport с дизелем до сотни и узнать, какова реальная динамика разгона. Для этого, естественно, я воспользовался прибором, как и всегда, поэтому показания будут крайне точные. Что ж, я готов. Сразу же завожусь. Удобно расположена кнопка. Можно пристегиваться, давить на нее старт и мчаться вперед. Режим драйв, задний привод. Все потому, что в полноприводном режиме, даже пускай и с незаблокированным режиссивым дифференциалом, в любом случае потери будут несколько больше. Поэтому только задний привод, только хардкор, турбо-дизель, 430 момента по тяге и 181 лошадиная сила. В принципе, для внедорожника вполне достаточно. Ну что, посмотрим, что у нас получится. С двух педалей, естественно. Стартуем. Ну что ж, 8 передач. И тормозим, проверяем, как работает система торможения. Отлично все. Человек прям аж охренел, думает, ничего себе. Да-да, согласен, супер. Вот, реальные испытания, реальные ощущения. Что получилось? Ну что, динамика, кстати, по замерам вышла вообще чумовая, быстрее, чем паспорт, по крайней мере, 11.4, при том, что заявлено выше 12. Как так получилось, не знаю, но RaceLogic врать не будет, поэтому я, признаться, приятно удивлен моментными возможностями мотора. Ну а в остальном, если использовать полный привод, естественно, будет чуть помедленнее, но в целом... Кто хочет максимальной динамики, только задний привод. На этом заканчиваю данный репортаж. Смотрите остальные обзоры. Пока!